Всем привет, дорогие друзья! С вами мы играем в голодные игры с оружием. Я играю с Владом у вас. Ааа, всем привет! Да. Ой, мы снимали голодные игры с оружием, да. Играем на карте Сан-Андреас. Ужасная карта. Ой. Чё второй раз отчет пошел? А нет? Все нормально, все нормально, Влад. Чё? Ты упал? Все, за мной, все погнали. Сундук. Ай, так, оружие, еда. А, я возьму еду. Все. Все, погнали, бери сам. Все, погнали. Подожди, звуки громче, все, звуки сделал погромче. Какие? Иду. Так. Ходи. Я за тебя, все, беги. Давай сольем того чувака. Верен? Да. Погнали. Если я что-то слышу. На! Ой. По-моему, это был подписчик. Вон, чувак, Жак, смотри. Подожди. Иду. Бежали. Пол справа не, бежали, не успел. Ты вот лагаешь. Немножко. Да? Ну, ладно. Пойдет, все хорошо. Так. В домике, чувак. Иду. Там не один, Влад. А, да, вижу. Аккуратно, стоп, подожди. Это тот домик, помнишь? А, нет, это тот другой. Больше все равно, похоже. Тихо! Служба зачистки. Служба зачистки уже в деле. Ходи! На! Я его мечом добью. Да, все, убил. Да, отлично. А так, не знаю. Слушай, надо поесть. Ой! Слушай, я прикрою. Влад, бери вещи, там. Взял. На тебе вот еще. Вот. Да, я там нет фигища всего. Так, аук, все, аук. КЦ-36. Еды надо? Ой. На тебе гранаты. Вот. Так. Пистолетик, это я себе оставлю так. Че, оружие еще надо? Нет. Мне так. Как перезарядиться, вот, не помнишь? На Q. На Q. Ой, да. Так, какие звуки ужасные. Нормальные звуки получше, чем раньше были. Не, ну понятно, но очень громко. Я вижу чувака, по-моему. Или мне кажется. А, у тебя такая хрень, да, воздухи? Да. Так. О, ой, это было. Людей осталось? Нифига, мы быстро порешали это всех. Зашло, либо тут всех уже перебили. Мне кажется, первое. А, Владислав, мне здесь страшно. А, блин, сейчас же молнии громыхачут вообще. Не обращай на них внимания. Подожди, я сделаю побольше эту. Блин, вот мне не нравится, что чанками же теперь прогружаются. Это как-то бредово. Блин, где молния, ты видишь? Вот я тебе говорю, что из этих чанков я нифига не понимаю. Вот раньше нормально было все. Даже на шорте все хорошо прогружалось. О, вещи валяются. Ага. О. Нифига там. Джетпак! Кого? Джетпак. Один. Один. Эй! Ой, что не слышу, ты меня ударил. Тоже не слышишь? Я слышу. Может там звуки? А, вот я вижу. А, я тоже слышу. Да, вот я тоже. Смотри, что у меня есть, вот. Ой. Это не я. Ну все, прицел. Джетпак. Полетели! Смотри, вот. Слышь, дай покушать, пожалуйста. О, у тебя нету, что-то страшно для кого-то. У меня только один хлеб, уже только три печеньки. Блин, где молния? Не знаю. Так. Она как бы есть, но как бы нет. Да. Вот так самое. Как бы есть, но как бы нет. А, да, она, вот там, смотри, где-то там. Просто мол, небо посреди стало и все. Да. Хорошая подсказка. Вот я прям уверен, где-то здесь должно быть. О, Жек, 6 секунд до матча, что там? Справа, через матч 6. 6 минут. А, ну. Если 3 человека останется, то будет через 1 минуту. Ты знаешь, что делать. Чё? Чё? Вот, вот там. Я видел. Кого? Молнию видел? Да. Блин, еда. Тоже одна кушать. Пожи, давай в домик сойдём, там прямо сундуки должны быть. Давай. Ты кто-то, я в этот. Нам где 18 плюс, что ты? А нет, сейчас. А, мексиканфуд. А мексиканфуд. Там должна быть еда. Так, мексиканская еда. О, драгунов, нифига себе, мексиканская еда. Влад, так, я на крыше. Влад, ты же снайпер, давайте я дам драгунова. А у меня есть, а у меня какая снайперка есть, у меня какой-то снайпер рифл. Давайте дам драгунов.
Он вообще так же, он такой жесткий, просто пипец. Сейчас так, вот патроны к нему. Так, дайте вот это. Это, по-моему, это типа пулемет какой-то. Я кинул? А, это я прислушаться начал. Вот так. Ага. СКС. Блин, вон там где-то, видишь, промыкает? Жак, дай просто покушать, часа. Нет, вообще нету, вообще ноль. Есть только вот такая вот фиговина. Возьми там. Да нет, это скринья, да? Да. Пофигу, пойдем, у нас есть только один вариант. Либо искать сундуки сейчас, это очень будет долго. Либо идти всех убивать. 5 минут. Можно 5 минут пофиг, конечно. Не-не-не. Сундук. Гайн-центр. Еда, Влад, сейчас дам. Окей. Okay. Так, на тебе вот. Немножко. На тебе вот, Влад. Я тебе дал много всего. А? Нифига себе, щедрый. Мне 4 рыбы сказалось, я думаю, мне хватит. Так, загнать еще. Да мне пофиг, я... Ты полностью рассмеял? Да. Ага. Так, сундук. Ой, Жак тоже дофиг щиты. Так, бери одну гранату, бери одну зелье. Так, гранату, окей. И две этих. Два девчонки. Ага, все, понял. Вот, 4 гранаты. Бери себе зелье, вот. Я взял. А, ты взял? Я просто уже вместе нет. Ой. Все, погнали. Блин, какие страшные звуки. Так. О, страйкер. Брать. Что? Ну это прикольно, что ты, да, я... А, это дробовик, да? Да, я... Нет, это... А, да, дробовик. Я, короче, аук вкладываю, петух. Я беру страйкер, все. Отлично. Ну-ка, подожди, можно я попробовать стрельнуть? Не-не-не! Стой, издалека стрельни просто. Да, это дробовик, я просто хотел проверить. А, то просто мне потом снова выстрел убил бы. Так, стоп, подожди. На центре никого нет. Вот, блин, просто... О, чувак! Где? Да, иду! Ой, извини, вот! Прицел! Буф! Бах! Нифига, ты видел какой-то страйкер? Вот, ты видел, как этот страйкер гуляет? Еще один! Вот! Еще один чувак! Бэк! Отходи! Алло! Алло, прием, алло! Че он не умирает? Давай! На! Ноти! Да! Вот! А? Я полетел. Все, слышь, давай ко мне спускайся. Так, я не понял, это что такое? Ты где? Я? Внизу. Как внизу? Ты где? Не... Ну, в канализации. А, ты в канализации? Давай, спускайся, у тебя преимущество, у тебя броня хорошая. Ага, у тебя тоже как бы броня хорошая, не надо мне тут. Нет, мне говно. О, идет наш парень. Ага! Это, блин, так нечестно, нельзя крыситься. Можно. Ой. Защита, да, такая? Не. Да! Одно! Да, я затащил. Во сколько мы снимали? Мне кажется, очень мало. Или достаточно? Джек? А? Блин, ты так же тут лагаешь, что ужас. Я лагаю? Ты там пропадаешь, там, знаешь, ключ. Короче, это, Влад, еще может один раунд или хватит? Ну давай еще один. Просто как-то мало, мне кажется, мы сняли. Дай только открыть Сан-Андрес. Так, короче, ребят, я сейчас поставлю на паузу, и как будем уже на арене, тогда все включим. Итак, мы здесь все, да, что-то звуков нету, когда как мы падаем. Ай, вот, о, появилось. О, Влад, где мы? Мы рядом, да, все, отлично. Ай. О, что это карта? Что за карта? Кого? Карта какая сраная. У меня автомат есть какой-то, который на Б-320 закупается в КСК. Отлично. Погнали. Так, привезли ускорение. Так, Влад, давай. Блин, стоп, что-то. А я что, класс или не выбрал? Ну да, по-моему, да. Так, я бегу за чувачевой. Я вижу. На. Прицел! Да. Есть, все, отлично, минус один. Так. Стоп, подожди, кто стреляет? Слышишь звуки? Вон, чувак! С горы спускается! Подожди, я перезаряжаюсь! Стоп, подходи! Отхожу! Где он? Вон, впереди меня!
Вижу, 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 стреляю! Да! Надо еды? Ага, конечно, сейчас сдохну от холода. Так, на. Кончик, я прогод. Ам-ням-ням-ням-ням-ням! Оп! Чё, тих? Да-да-да, на. Возьми сетин. Не надо. Так. Фух, отлично, отлично. Выжали. Фух, хотя бы на самое начало мы выжили. А, я упал! Не пугай меня так. Так, ладно. Фух, так, осталось 9 человек. 9 человек, 9 человек. На сундук мертвеца, йо-хо-хо. И бутылка рому. Подожди, стоп, у тебя шляпочки нету, да? На. Тебя плохо слышно. Не может быть. На, тебе еще пистолет вот такой. Я просто... Бывает слышно? Хотя... Подожди, стой! Не делай громче. Я не понял. А, да, все, нормально, слушай, нормально, нормально. Человек? Побежим. Я не знаю, давай пойдем в ту сторону. Не-не-не. Зелье ускорение. Только это, вспомнил про него, оно закончилось. Так, и вперед, вперед. Вперед, вперед. Блин, мне остался одна жареная свининка, нужно найти еды. Давайте там. Не-не, пока не надо, мне еще. Надо искать еду. А помнишь, как мы здесь Гришу закопали и убили? Ага, бедный Гриша. Да. Гриш. Привет. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут ловушки на каждом шагу, я помню. Да нет ловушек. О, это конец карты уже, что ли? Вау, какой он красивый. Пойдем в ту сторону. Угу. Кстати, карта, по-моему, огромная. Как мы так быстро дошли до конца карты? Я помню, ты чё, какой-то мост был? Ой. Чё? Конечно, назад телепортнуло. Помнишь, какой-то мост был, там... ты там ещё взорвал, да, меня? Да, я тебя ещё там взорвал. Случайно. Случайно. А чё это такое? Не, ну мы играли первый раз, я откуда знал, что это такая фигня? Ну, там не надо экспериментировать. Ну, понятно, на ком? На себе? На себе, да. Не надо, нет, не-не-не. Для чего это нужно? Для того, чтобы на тебя экспериментировать оружие. О, oh, if you have Keeper Bakes, ой-ой-ой, опять страшные звуки. Ужасные звуки. Я понял это место. Два сундука. Там сейчас кто-нибудь будет. Вот по-любому кто-нибудь будет, Джак, осторожнее-нибудь. Да вот мне кажется, что кто-то будет. Потому что молния вот туда бьет. Влад, узиха. Ой. Мне за себе забрать. Кого? О, бери себя, Дигл, бери. Хорошо. Я узиху взял. Так. Тикл, это сюда. Все, все отлично. Ой, патроны положился. Все, ты где? Я пошел по этому. Ага, не вижу. Вон сюда, там просто молния туда бьет. Не, ну вот тут по-любому кто-нибудь должен быть. Ой! В каждой серии кто-то был. Блин, я походу в ловушке. Нет. Конец. Повезло. Так. Ла-ла-ла-ла. Еды что-то вообще нету. Блин, мне тоже. Блин, пару минут назад была же. Вот у меня 4 голода, у меня уже 5 голода нет. Офигеть. Так. Хочу обдеть и найти. Может есть? Нет. А от голода я не помню, ты умираешь, нет? Не знаю. По-моему, у тебя остается 5 хп. Или 4. 5, нет, на КЛ этих. Новогодних голых хп остается 5 хп. Вообще на уровне среднего вроде бы остается 5 хп. Джек, тебе УЗИ надо? УЗИ у меня есть. А, хорошо. Прям УЗИ. Прям вот УЗИ настоящий. Окей. Так, смотрим в бинокль. Как ты мне знаете? Че нет? Помню, как уже. А, вот, о. Оба. Так, вижу сундук. Ага, где ты увидишь? Вон там на какой-то штуке. А, да-да-да. Только я не знаю, как туда добраться, потому что я уже прыгать не могу. Ой. Разбегаться. Че, тебя вообще не слышу. Ты не слышишь? Ты пропадаешь что-то. Потому что я тебе говорю, у тебя звуки очень громкие, у меня ты слышишь бы их наушниках, и поэтому они заглушают меня. Хорошо. Короче, когда будет молния, ты меня не будешь слышать. Ну, зрители будут, так что можешь об этом не говорить. Если что-то будет непонятно, переспрашивай. Да, я прошел ее. Ну, я сейчас бегу туда. Я вижу какой-то. Это центр или что? А, не, вижу какой-то вход в какую-то огромную пещеру. Огромную пещеру. А, вот, иди вдоль этой канализации, там найдешь вход в пещеру. Сейчас только я походу в ловушке, а нет, не в ловушке, фух. Заходи в эту пещеру, короче. Сейчас же я выберу сейчас. Ты там по-любому дай... должны быть сундуки, вы где они? Вот, пожалуйста. Сундук, да, сундук вижу. Я бегу вдоль канализации. Надеюсь, это не ловушка. Нет, это не ловушка. Пустой сундук, там издевайся.
Там был я. Нет, нифига тут нет. Джек, еще надо много кушать? Три. А, сейчас тебе принесу. А ты где вот? Я бегу только канализацию этой. Чуть-чуть не вижу. Я возле какого-то водопада тут. Водопада? Вообще-то не водопад, так это хрень. Блин, как ты еще не дошел до? Ты точно вдоль канализации бежал? Да, да. Ладно, я увидел еще одну сынок, я сейчас к нему быстренько сгоняю. Это в канализации все? Ты ищешь? Да. Я прям вот идешь вот вплоть. А, я тебя вижу, да-да-да. А вот сынок вот тут. На горе. Так, СКС и две опять не жареные картошки. Да что ж такое? Жарки сюда. Да. Спасибо. Можно все съем? Окей. Ну, конечно, можно. Нет, не ешь, один оставь. Ладно, так уж и быть, Влад. Держи. Да нет, можешь кушать. Да нет, не знаю. Слышь, быстрее ешь. Не хочу. А слышь? Не хочу. Сейчас засуну в рот сам. Не надо. Давай, открывай. Я тебя пристрелю, Влад. Предупреждаю. Не надо. Одно чё? Лишнее движение и все. Тебя нет. А чё, что сейчас висло? А вот всё отвисло. Влад. Тихо. Ты меня не двигаешь. Так. Короче, нам нужны сундуки. Влад, ты меня сейчас слышишь, да? Да. Так, о, сундук. Питон. Я нашел питон, Влад. Ты дурак? У меня 5 хп осталось. 5 хп? Да. Фига себе. Будем 5 хп. Стой, я знаю. 5 хп. Нужно же испытать оружие на друге, да? Влад, у меня я не регенится, у меня 5 хп. Ну иди сюда, на тебя нахуй уже. Я просто проверил, сколько хп. Какашка ты. Мне этого не хватит. На. На. Хватит? Нет. Да конечно. Да конечно. Сколько сейчас ставит? Еще полгода не хватает, ну ладно. Ну вот, видишь, так кинтишь. Ладно, так орал тут он на меня. Ну, блин, пришлось потратить всю еду. Ничего страшного. Потом знаем, что поднимает дигл. Ну ты, видимо, не в бошку пальнул прям. Я метился. Метился? Да, был. Пометил. Всё. Жак пометил. Дукол. О, дедмач! Ой, а мед нет. Вас в канализацию. А, стоп, там, давай сейчас он кил быстро, посмотрим, сколько там времени идут. 20 секунд, подожди успеть. О, тут дофига вещей. Я все взял, все в канализацию. В канализацию прыгай, там еда есть? Не знаю. Берёшь. Да, я все. Я в канализации, Влад. Ты я там к тебе прыгай, чувак. Еще рано, еще рано. Помогай, 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 помогай. Три, два, один. На! Да, три хп. Слушай. Жак, я попутаю. Подожди. Не знаю, я просто... Чувак идет. Ой, чувак. Подожди. Отходи, 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 отходи. Так, слушай, надо все поесть, надо съесть все, что здесь есть. Есть еще еда? Ой. Еда! На, кинул, половину. Подожди. Кушай. И кушаю. Кушаю. Вот у меня алмазный меч сейчас есть. А, прям железно, берем пулемет. Три, два, один. Подожди, стой, 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 подожди меня. Он наверху, тихо, Жак, прыгает, 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 тихо. На! Ух, нифига ты затащил. Мы опять вдвоем остались. Подожди, я хочу посмотреть, что это такое. Сейчас. Подожди, стой. Я здесь с тобой не знаю. Давай, иди ко мне. И что ты такое, как попс? Попс? Как они стреляют, чем я? Так, давай. Ты где? Да стой, стой, не убивай меня, подожди. Подойди ко мне. А-а-а! Пожалуйста, Влад, подойди ко мне. Я не буду стрелять, подойди ко мне. Ладно, я к тебе подойду. Только не зря меня, хорошо? Ну а что ты меня сейчас убьёшь же? В смысле, как я тебя убью? Как апопсами? Чё-то я боюсь, как они выглядят? Смотри. А-а-а! Ой. Ну, подойди к ней. Япона мать, это что? Я в домик. А-а-а! Домик? Да я тебя не хочу срать даже. Чё так, по УБ, давай, заходи. Давай, заходи. Не хочу. Писал, да? Да. Я тебя вижу. Вон. Вот наглая рожа. Да. Давай, отбегай. Ты обязательно? Да. Давай, давай, держи.
так идет. Ай, кто-то кинул! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Нет! Наступаем! А-а-а! Отойди! А, Влад, не надо! Надо мне это, надо! Нельзя кушать! Уйди нафиг! Сколько хп осталось? 1-1. У меня 3. Фух, это было жестко. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте, вступайте в группу, подписывайтесь. Ну а с вами был Жака. И Влад. И всем удачи, и до новых встреч.